Всем привет! Каждый день в мире происходит много зрелищных вещей, поражающих наше воображение. Сегодняшняя наша подборка как раз об этом. Вас ждет выпрыгивающий леопард из частного дома, салют, в который врезалась молния, и шикарные виражи на самолетах. Так что устраивайся поудобнее и давай начнем просмотр. С таким очаровательным выражением лица сложно произвести впечатление серьезного хищника, даже поедая рыбу. Многие без того эффектные вещи становятся еще круче, если снять их в слоу-мо. Похоже, кто-то решил поиграть в змейку в реальной жизни. Спецэффекты этого концерта выглядят круче, чем некоторые батальные сцены в «Звездных войнах». Ставь лайк, если бы тоже не отказался от такого приземления после спуска. И все же огромного сторожевого пса как охрана этого дома было бы более чем достаточно. Готовы поспорить, что это самая красивая улитка, что вы когда-либо видели? Ты можешь быть 200-килограммовым тигром, но в душе ты все равно милый котенок. 5 сальто за 10 секунд – это хороший результат, но он становится фантастическим, если делаешь их на гидроцикле. Казалось бы, что после такого падения этот парень безвозвратно отстал. Но нет, вполне можно сказать, что он просто лишний раз доказал, что никогда не нужно сдаваться. Давайте уделим несколько секунд потрясающему музыкальному ASMR. Интересно, какая категория прав нужна для вождения этого транспортного средства? Похоже, Зевс своими молниями сделал этот салют намного эффектнее. Почему-то есть ощущение, что Доминик Торетто только так поджигает мангал на своих семейных барбекю. Наверняка эти птицы сейчас безумно счастливы тому, что оказались на свободе. Ох уж эти неожиданные пранки от хищников. Порой на посадочных полосах аэропорта тоже существует очередь. Когда он пропустил этот трюк парковки в морской школе, он еще не знал, во сколько ему обойдется этот урок. Порой для эффектного кадра просто нужно поднять руки. Примерно так выглядел боулинг в древности. Просто парень в центре выбрал уровень сложности «Космонавт» для этого аттракциона.
Сложно сказать, что круче. Его безумные виражи на самолете, бутылка, из которой в это время не вылетает и капли, или его безмятежное выражение лица при всем этом. Зачастую люди жалуются, что путешествия на круизных лайнерах бывают скучными. Капитан этого знает, как оставить у пассажиров яркие воспоминания. Тот момент, когда таблички «Осторожно, берегите голову» явно будет недостаточно. Возможно, он просто до конца не разобрался в принципе езды верхом, но так гораздо эффектнее. На выходе из этого аттракциона уже заранее расположен кабинет детского психолога. В этой работе самое главное – точно рассчитать, в какую сторону она будет падать. Вот как тебе отвечает природа, если не забираешь с собой мусор после пикника. Вероятно, это был лучший парный танец, записанный на камеры наблюдения. Девушке невероятно повезло, что в момент, когда ей стало плохо, неравнодушные прохожие смогли оказать ей первую помощь. А ты знал, что краш-тесты делают не только для автомобилей, но и для различных самолетов? Вот как это выглядит. Шасси этого самолета отлетели прямо в момент приземления. Повезло, что никто из пассажиров не пострадал. В профессиональных гонках ошибка лишь одного водителя может стать причиной массовой аварии. И только не говори, что тоже бы не хотел насладиться извержением вулкана с такого близкого расстояния. Так выглядит самый настоящий парад светящихся дронов. Есть ощущение, что этот парапланерист живет по собственным законам физики.